Глава 19. Описание острова Джамбу. Блаженный Шука сказал: «На острове розовой яблони Джамбу расположена страна Кимпуруша. Ее жители, среди коих числится обезьяний князь Хануман, поклоняются Всевышнему в его облике Рамы, старшего брата Лакшмана и супруга целомудренной Ситы. Под песнопением бесчисленных ангелов, что славят подвиги царственного Рамы, правитель Кимпуруши Арштишена погружается в безбрежное море блаженства. Ликует Хануман, едва заслышав имя своего господина, и из сердца его вырывается молитва: «Господи благодатный, услышь крик моей души, Ты – жизнь моя и моя судьба. Я существую, покуда помню о Тебе. Ты – средоточие справедливости, благородства и доброты. Ты – незыблемость в море непостоянства. Ты сошел на землю в облике человека, дабы явить собою пример безупречного поведения. Даже в бою с личным врагом ты не позволил скверне мстительности коснуться тебя. Свободный от всяких условностей, ты исполнял людской закон. До скончания века добродетели твои будут мерилом человеческого благородства. Праведники почитают честью склониться к твоим стопам, и я не знаю большего счастья, чем быть слугой у твоих ног. Тебя не узреть очами, не постичь умом, лик твой лучезарный открыт лишь чистому сердцу. Предания гласят: ты един и неповторим, чист и непорочен. Кто помнит имя твое, того не коснется скверна порока. Не совершая дел, ты побуждаешь действовать других, и каждое действие свое душа творит ради тебя. Ты безымянный, но именем твоим зовется всякая сущность, всякая вещь. Я смиренно склоняюсь к твоим стопам». Благословенный Шука продолжал: «Некогда Творец Вселенной заверил владыку оборотней Равану, что последнего не одолеет ни Бог Небесный, ни демон из преисподней. Тогда, дабы покарать нечестивца, Всевышний низошел на землю в облике царя человеков Рамы. Дабы чувствами походить на людей, Господь, не ведающий скорби и печали, сокрушался, разлученный со своею супругою Ситой. Пришествием своим Рама не только покарал зло, но и учил людей, что семейные узы сулят лишь тревоги и страдания, что всякий, алчущий обладание, преумножает лишь скорбь в сердце. Благородный Рама, Господь Бог в облике человеческого царя, владыка всего сущего и покровитель праведников. Над Рамою не властны законы мира,
Его не касаются земные страсти и людские суждения. И все же ради доброго мнения подданных о себе он расстался с любимою супругою своею Ситою и верным братом Лакшманом. Боги мечтали быть Раме друзьями и соратниками. Цари земные и благородные брахманы, все, кому выпала удача блистать мудростью, красноречием и красотой, умоляли судьбу, чтобы та позволила им быть в числе свиты блистательного владыки. Но Рама выбрал себе в сподвижники диких обитателей леса. Воистину, непостижимы пути Господни. Да склонится к лотосным стопам Рамы, Бога в человеческом обличии, всякий человек, демон и небожитель, всякая тварь земная, небесная и водная. Дабы воздать ему хвалу, не нужны ни пышные жертвоприношения, ни храмовые песнопения, ни пост, ни воздержание, ибо всемилостивый слышит молитву сердца. Всякого молящегося о спасении он принимает в свою обитель, святой край Айодхью. Блаженный Шука продолжал. Безгранична слава Всевышнего. В Бадарикашраме, что расположен в земле Бхарати, Господь явил себя в облике Нары и Нараяны, двух отрешенных подвижников. Могущественные братья и по сей день учат соискателей истины искусству обуздания чувств, без коего невозможно обрести подлинную свободу. Некогда, по велению Нары и Нараяны, непрекаянный странник Нарада поведал Саварни, владыке земли Бхараты, о том, что людскому обществу должно состоять из четырех сословий и четырех укладов. Дабы обрести спасение после смерти, человек должен при жизни осознать бессмысленность земного бытия, для чего он обязан следовать законам своего сословия и пережить четыре жизненных уклада: ученичество, семью, неделание и отрешение. Я в почтении склоняюсь к стопам святых подвижников Нары и Нараяны. Воплотившись в облике суровых старцев, высший наслаждающийся явил миру образец мудрости и воздержания. Воистину, он богатство неимущих, учитель всеведущих и повелитель свободных. Он творит, бездействуя, и бездействуя разрушает. Ему нет дела до мнения смертных. Он являет себя в вещественной плоти, но не подчиняется законам вещественного мира. Он свидетель всего, но его не касается то, что он видит. Я в почтении склоняюсь пред непорочным началом бытия, мировою душою, что созерцает все сущее. Господи, обладатель всех волшебных сил, вдохнувший знания в Творца Вселенной, кто в смертный час припадет к Твоим стопам, тот одолеет смерть
и, расставшись с плотью, вознесется в твою нетленную обитель. Ты – цель жизни, ибо ты – вечность. Ты – начало жизни, и только влившись в тебя, жизнь пребудет во веки веков. Глупцы, не верящие в жизнь вечную, лелеют свою бренную плоть, ибо полагают ее единственным для себя источником радости, потому окружают свое тело женами, детьми, родичами. На деле обладание плотью порождает лишь страх и скорбь. Чем больше обрастаешь имуществом, тем больше боязнь потерять его. Потому обратившего свой взор Всевышнему узнают по отсутствию всякого страха. Ибо откуда взяться страху, если предан всесильному? О, владыка чувств! Дай мне силы не забыть твой прекрасный лик. Пусть мысли мои будут вечно устремлены к тебе, дабы ни на миг я не вспоминал о своей бренной плоти. Вместилище тлена и испражнений, что в безумстве храню я для удовольствий. Господи, позволь быть покорным слугою у твоих благодатных стоп. Избавь от страха расстаться с наваждением, имя которому — житейские радости. Подобно стране Илаврите, Бхарату покрывает множество гор. Вот имена некоторых из них. Малая, Мангалапрастха, Майнака, Трикута, Ришабха, Кутака, Каллака, Сахья, Девагири, Ришьямука, Шришайла, Венката, Махендра, Варидхара, Винтхья, Шуктиман, Рикшагири, Париятра, Дрона, Читракута, Гавардхана, Раеватака, Кокупха, Нила, Гокамукха, Индракила и Камагири. Со склонов гор стекают большие и малые реки, что питают влагою долины благословенной земли. Имена главных рек Бхараты – Брахмапутра и Шона. Среди прочих наиболее известны Чандраваса, Тамрапарни, Аватода, Критамала, Вайхаяси, Кавери, Вени, Паясвини, Шаркараварта, Тунгабхадра, Кришнавенья, Пхимаратхи, Гадавари, Нирвинтхья, Паёшни, Тапи, Рева, Сураса, Нармада, Чармавати, Маханади, Девасмрити, Ришикулья, Трисама, Каушики, Мандакини, Ямуна, Сарасвати, Дришадвати, Гомати, Сараю, Радхасвати, Саптавати, Сушома, Шатадру, Чандрабхага, Марудвритха, Витаста, Асикни и Вшива. Люди Бхараты мудры и чисты духом, ибо омывают себя водами сих благословенных рек. Порою, дабы осенить себя священным словом, народ Бхараты молитвенно воспевает названия своих рек. Обитатели Бхараты делят себя на четыре сословия.
духовенства, воинов, торговцев и работников. Первые пребывают в состоянии просветления, вторые – просветление и возбуждение, третьи – возбуждение и помрачение, и четвертые – помрачение. Принадлежность к сословию, известно, определяется делами в прошлых жизнях. Одни люди рождаются в благородных семьях, другие – в семьях дикарей. В стране Бхарати всякий человек, независимо от сословия, поклоняется одному из обликов Всевышнего в благой надежде вознестись после земной жизни в его обитель. Спустя много жизней, прожитых в трудах долго, когда созревают плоды его добрых дел, человек встречает на жизненном пути непорочного слугу Всевышнего, что дарует ему меч знания, коим разрубают узел судьбы. Свободная от судьбы и порока душа ощущает сердцем вкус к служению тому непознанному и непознаваемому, кто правит миром и не связан с миром, кто недоступен для чувств и непостижим для разума. Зная о драгоценном сокровище, что сулит душе рождение в человеческом теле, небожители мечтают родиться на земле в благословенной стране Бхарати. «Господи милосердный!» — молят они. «За какие заслуги пред Тобою Ты не возвысил эти души до райского царства, но позволил им остаться на земле и служить Тебе? Господи милосердный, награди нас той же участью». Столько сил и времени напрасно потратили мы в прошлых жизнях на жертвенные обряды, воздержание, приумножение мудрости и суровые обеты. Теперь нам завидует вселенная, люди преклоняются пред нами, не ведая, что удовольствия, в коих купаемся мы непрестанно, обернулись нам не наградою, а наказанием. Ведь в час наслаждений душа забывает о Господе, своем Спасителе, что само по себе есть тягчайшее проклятие. Лучше прожить краткий миг на земле, в краю Бхарати, нежели тысячи тысяч лет блаженствовать в раю. Души, вознесшиеся в обитель Творца, и те принуждены возвращаться в низшие круги сотворенной вселенной, влекомые неумолимым колесом времени. На земле, в благословенном краю Бхарати, Господь напоминает людям о себе всю их жизнь и в самый ее последний миг. Всякий, кто памятует о Господе в мгновение смерти, возносится в его нетленную обитель Вайкунтху, где жизнь вечна, где нет страха, где нет печали. Блаженный Шука продолжал: «О Государь, мирские удовольствия отравлены страхом пред их окончанием. Даже райские наслаждения – это наслаждение на смертном одре. Ни одно удовольствие в свете не сравнится со счастьем быть унесенным волнами бесед об играх неотразимого владыки. Воистину, кто связал свою судьбу со слугами бесконечного, тот вечно пьет пьянящий и блаженный нектар
на вечном празднике жизни. В Харате все напоминает о Господе Боге. Реки, горы, земля, небо. В городах и селениях благословенной земли люди славят Всевышнего. Пытливые постигают Его пути, деятельные трудятся ради Него. Если кто рождается в краю Бхарати, но не использует эту удачу, чтобы вернуться в свое истинное отечество, он словно та птица, что выпустили из клетки, но она от беспечности снова угодила в железные силки. Если жители Бхараты и поклоняются вселенским богам, то лишь как наместникам Всевышнего в зримом мире, принося жертвы частям вселенского существа, человек угождает единому целому. Всевышний исполняет желания смертного в обмен на жертвенные подношения. Так постепенно связь души с единым целым развивается в бескорыстное служение. Господь Бог охотно исполняет любые просьбы обывателей, алчущих бренных благ. Слугам же своим Он отказывает в их мольбах, если обретенное благо заставит их забыть о своем господине. Потому, государь, радуйся, если Господь не исполнил твоего желания, ибо милостью своею Он позволил тебе помнить о нем. Для слуги нет большего счастья, чем памятовать о стопах своего господина. Небожители знают, что за прошлое благодеяние, ученость и подвиги духа они удостоились чести родиться в райских чертогах, дабы тысячи тысяч лет беззаботно предаваться чувственным удовольствиям. Знают они также, что грядет тот день, когда вынуждены они будут низвергнуться в низшие круги бытия и ответствовать за прегрешения. Потому молят Господа Бога даровать им рождение в земле Бхарати, где не забудут они о Господе ни на мгновение. Благословен край Бхарата, ибо Господь Бог избрал его для своих сошествий. Блаженный Шука продолжал. Ученые мужи сказывают, что вокруг острова Джамбу расположены 8 малых островов. Имена им: Сварнапрастха, Чандрашукла, Авартана, Раманака, Мандарахарина, Панчаджанья, Симхала и Ланка. Они появились, когда сыновья прославленного царя Сагры взбронили землю, отыскивая в ее недрах исчезнувшего жертвенного коня, а рытвины за ними заполнялись водою соленого моря, что окружает срединный остров земли. Итак, государь, я живописал тебе землю, что носит имя твоего славного предка, царя Бхараты. Я поведал тебе и о других землях, слагающих великий срединный остров Джамбу.